Тотальный диктант в России проходит один раз в год. В этом году в рамках этой всероссийской образовательной акции в межмуниципальном отделе МВД России Кашхабской прошло мероприятие. 16 числа будет проводиться единый день написания диктанта. Значит, в рамках этой акции мы решили провести сегодня данное мероприятие по написанию диктанта с приглашением СМИ и общественности Кашхабского района. Полицейские одновременно писали под диктовку отрывок одного из художественных произведений. Цель – проверка уровня знаний по главному школьному предмету русскому языку. Среди сотрудников, которые работают с документами, оформляют бланки, формируют запросы и ведут переписку с коллективами и гражданами.